общем же, тебя сейчас я в Краснодаре, и здесь у нас маленький дождик, блин. Вам его не видно, но здесь, смотрите, лужи. Ну вот, видите, мелкий дождик. Вот, наверное, вам заметно, я на лужу направила. Уж понятно, что лужи тут каплю. И я сейчас была вот в соседнем дворе у нас, через дорогу там. И я сейчас возвращаюсь к свой двор. Вот моя гостиница, мы сейчас из нее приезжаем, потому что она просто ужасная. Сегодня так ничего, красивенько. А уже шел, ну да, там люди, тут клево. Но номера там ужас, ребят. Это лучше не заезжать в эту гостиницу в Краснодаре под названием «Звезда». Ага. Так, народ, сейчас я залезу, да? И там постою. У меня камера нет. Ну, я не понимаю. Ой, блядь. Что это тут такое? Ну, мне не важно. Залез мои мысли, и я зависла от этих лесов. На, я в сердце с тихером, а, залез в мир. Наше сражение, это просто игры. Но почему мы победили? Правда, Ваня, еще такая себе, не видим, да, вот моя рука, потому что я снимаю просто не в том качестве. Сейчас я подумаю, вот такой вот, такой мини-как навесик. Так, я скоро поеду до Макдональдса, сниму видосик на день. Так, это не я за кадром сегодня. Сейчас покажу. Ну, свитбокс и сюрприз у нас. Я вам покажу их. Ну, что за так попасть. Ну, просто у меня камеры не было. Ну, сам телефон лежал в моей машине. Ну, как вы знаете, я по телефону снимаю все. Угу. Даже не таким сильным кажется. Ну, как-то вот мой подъезд. Подъезд 2. Почти с 55 по 90. И я не помню, какая там у нас квартира. Уж я не смотрела, как хотя мне все равно. Так, и вот видите, уже дождик не такой синий. Ну, да, вот эти слоганы, слоганы. Вот наша машина, вот эта черная BMW стоит, X5. А здесь наш первый подъезд. Первый 54. Ага, понятно. Сейчас попробуем здесь пройти. Ребят, смотрите. Ребят, не получается пройти. Туда пойдем, посмотрим, что там. Я на минуту туда схожу. Ну просто я туда не смотреть чуть-чуть, я посмотрю, что там в меню, что там вообще такое есть. Через полчаса должны уже выходить. Ну, мы там шопаем. Здесь такая типа лавка, но я ее не видел. Угу. Типа другие отели, понятненько. Вот этот шлагбаум, как я уже говорила. Там большое шоссе, а здесь именно закрытая часть, куда ну, нельзя заехать. Но только для отдыхающих отелей. Вот. Здесь у нас 90 квартир. Вот здесь
Ты живой человек? Странно. Видите, вот этот мой зеленый. Это кузнечик какой. Вы спрашиваете, чего я не захожу? Мне надо, чтобы кто-то мне дверь открыл. Знаете почему? Потому что я не могу сама дверь. Типа, вы думаете, я не знаю, вот. Не, ну я могу по домофону позвонить. 85, домофон 75. Или мне нужна магнитик. Я могу зайти и по домофону. Решу. Выключаюсь. И захожу. А в полезе я делала один вогн, типа покажу. Что мне там есть? Ладно, пока-пока.